Так, сейчас у нас не 10 или 10, но 10, да, я знаю, что начинает конференцию, у нас сегодня первый докладчик, это Андрей Петров, докладываю, папа Джордан Сумна, диаграмма. Спасибо. Так, это доклад по нашей главной комедии по этому ходу. И вообще, часть поэта. Отвечают за редукцию, ну, классические редукции, за редукцию сравнения двух подходов. Наверное, правильно мыслить историю Николаевны начинать с задачи Лепатоцетика, ну, как я имею в виду, мысли стимул. И первая работа на тему, как и сразу и физической миграции, где-то говорится, на начало 70-х годов, вот, на Гитмашинске, которые придумали не понятие понижающих силы окружающих кратеров с целью редукции, документов редукции и вставления на подобие. Далее следует упомянуть примере статьи Толстого, ну, отвергнуть много Толстого по экстремальным проектам, которые тоже были вычислительных методов и доказывается
Кстати, Ну, я знаю, это через R, A, это позиционная А. Она
Грубо говоря, конечно, Вот.
Вот эти вещи. Но мы должны представить нам, что вот такой книг, он будет конечно вступать. Личности. Дальше. Эр, а, эр, эр, ник. Нет, а, эр. Ну, и здесь они тоже принадлежащие растениям и народным картам. То есть такой бесконечный, нормальный, порядочный. Теперь нам нужно решить перемотки. А что, как я уже сказал, число уровня карт? Что такое станция весов, там изначально мы имеем простые уровни, а для составной камни отмерить программу для людей, они определяются в том, что она на пальце, что она научиться считать вот эти высокие, в каждом случае, по нужде, там,
Помещает
Он приземлил,
Потому что он говорил,
через X, через C. То есть рассмотрим на Ита и пробегают наши узлы. Да, вот такой. Такой. Ну, видите, я потом его опускаю. Вот. И мы вот рассмотрим представление нашего определить, да, определить матрицу. Я могу
туда добавить фактор и М1. Дальше я умножаю это на все МК. И умножаю на бета М1 бета МК. Алгебры. Алгебры. Да, алгебры. Да, алгебры.
Можно идти на разбор, простая ключи, слишком звучит, а по простая кровать. А это простая. А содержит Ж, это простая. Это полупростая. Когда мы рассмотрим x, ортогональное дополнение, сейчас попробуем. Потому что количество число там этих путей, там же.
То есть мы можем это смотреть на вот так. Си и. Готов ли это? Да. Здесь мы определяем семейство, локальных генераторов. Р, где Л это левый и правый. Они как мы говорим, простые пары, которые будут в стрелке. То есть L, если L у нас сейчас R, равен тоже I. Вот у нас есть семейство таких градусов. И в этом пространстве, да, и дальше мы имеем некий гомеоморфизм. Он гомеоморфизм по отношению к перпендикуляции. Имеет гомеоморфизм, который переводит сумму вот этих градусов с коэффициентом А, который R, 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 суммируется по всем простым парам, которые производятся по понимаю, по всему понимаю. Тут просто смелый, который производится по понимаю. Вот. А, и а, это, ну да, напротив, вот это, да, поэтому мы доказали, что вот этот объект, поднятие вот этого объекта вот сюда, убивая средний тоже, еще вопрос, который могу привести пример на каком-нибудь таком модуле, типа ОКО или ЛИМА. Например, да. Гамма Хосе. Еще раз. Например, Гамма Хосе на модуле ЛИМА. Ну, давайте я лучше на модуле Хосе. Вот. Ну, давайте посмотрим. Логическая карта выбирается. Вот. И рассмотрим их пространство управляющего представления. Когда у нас имеется весовой базис и R, где единица до N, да? И вот у нас имеется узлы 2, значит, это старший, это старший вес. Это он 1, это N. Ну вот, наша диаграмма Хосе, она вот такая вот. Это N. На самом деле здесь порядок тотальный, вот в этом частном случае. Порядок тотальный. Не знаю, тут есть пример, где порядок не тотальный, давай рассмотрим. Облегчить представление ортогональной черты. Ортогональной черты. S, O, 2, R. У нас есть узел 1. Здесь у нас есть такая конструкция. Так, это альфа N минус 1. Сейчас. Ну, точнее, в другую сторону, конечно, рисовать. Я. Альфа N минус 1. В общем-то, все не да, вот как вот так. Нумерация нужно аккуратно посмотреть. Так, допустим, это. Это эсона. Вот такая. То есть у нас здесь есть цикл логичный. Порядок не надо. Ну а вообще говоря, если вы пойдете чуть-чуть дальше, чем минимальный модуль, да, то порядок не надо. Я слышал, у вас есть вообще появляется такой шпалом. Он шпалом? Да. Смотрите, он упал. Ну, честно,